Это новость, конечно, новость, и большая новость, но очень спасибо, которые заботятся о нашей заречной стороне. У нас на территории был в Рио губернатора, и на беседе с гражданами был задан вопрос, и на этот вопрос был дан ответ. Выделено 30 миллионов рублей на осуществление перевозок, бесплатных перевозок для жителей округа, да, в том числе автотранспорт. С этого года у нас пассажирские перевозки будут осуществляться теплоходом Междуречья. Пассажироместимостью 30 человек. Он как бы автобусного типа, мелкосидящий, быстроходный.